Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас очередная посылочка. И у нас очередной, можно так сказать, мои финансирования в боны. Вот так вот, можно так, в принципе, сказать. Решил я их... Ну, попалось мне, можно так более правильнее сказать, попалось мне... Это на распродаже. На распродаже попались мне боны по очень такой небольшой цене. Я вам попозже сниму, как снять серию. Или можно заработать. Так, это не реклама. Так, ссылки больше нету. Так, и тут у нас внутри. Да, вот эти боны. Спасибо продавцу за хорошую их упаковку, не помялось. Здесь у нас хеллеры. Валюта того времени Австрии. В отличнейшем состоянии боны. Просто суперски. Сейчас их вместе с вами посмотрим. Вот. Продавец писал, что оригинал. Я надеюсь, что это есть так и есть. Да, не оригиналы. Вот. Здесь вот такая вот 10. Хеллер. Вот написано Хеллеров. 1920 года. Вот надпись. Вот такая вот у нас красивая бона. С изображением такого вот священника. Вот вижу нип, так нип, значит святой. Вот. Такая вот пона. Есть, конечно, повреждение. Вот она приклеилась, но состояние крайне загнуты, все идеально. Здесь есть немножко загнутость, но это как на меня не критично. Следующая пона. 20 хеллер. Такая вот бона. Какого она у нас года? Тоже 1920 года. Тоже есть небольшое повреждение. Вот. Что-то нам не кажется, это не оригиналы, это, наверное, копии. Что-то там вот такое мне. Не знаю, ничего не могу сказать. Это синенькая такая вот. Таких водяных знаков не вижу я на ней. Вот 1920 год, 50 хеллер. Это более похоже на оригинал. Состояние такое средненькое. 29 апреля 1920 года. Короче, невзрачная, но симпатичненькая пона. Так, следующий у нас 20 хиллеров. Меньше 20 хеллеров. Такая
стены. Вообще такая маленькая. 10 хилеров. Купил и за сколько я их. Первый август 1920 года. Тут где-то были приклеены походу следы. Вот следы. Вот. Итак, на этом наш такой вот, ну, не сильно информативный. Думаю, в интернете очень много. Данных я еще сам, честно говоря, вот только вот их получил, решил показать вам в Ютубе. Будут они выставлены у меня в группе в Фейсбуке, ссылочка в описании. Эти все хиллеры. Вот как на меня, конечно, симпатичные, чтобы я собирал. Но я их, честно вам скажу, я их взял на перепродажу. Хочу попробовать. Вот, я более как бы по нумизматике. Эти вот боны, держать их пару штук в коллекции, как бы не вижу смысла, решил по хорошей цене затариться и купить. Всем спасибо за внимание, кто не подписался, подписывайтесь, вот, не забудьте нажать колокольчик, поставить лайкосик, вот, всех вас буду ждать у меня на канале. Всем пока, до новых встреч.